Ледяные ступы против засухи – миф или реальность? За первое полугодие 2017 года от засухи пострадало более 9,5 миллионов человек в Бразилии, Гватемале, Йемене, Сомали, Кении, Кубе, Нигерии, Шри-Ланке и Южном Судане. На многих территориях вода стала большим дефицитом для населения. Пересохли водоемы и реки. Люди вынуждены преодолевать десятки километров в поисках растительности и воды. Метеорологи все чаще сообщают, что такая катастрофическая ситуация вызвана изменением климата на планете. В регионах Ладакт в Индии инженер Санам Вангчук, чтобы помочь жителям решить вопрос с недостатком воды, в 2015 году, благодаря помощи людей, проложил сифонный трубопровод от горной реки к одному из селений. Зимой вода под давлением из вертикальной трубы поднималась на поверхность и замерзала, образовывая 20-метровую ледяную башню. С апреля ледяная башня постепенно таяла, орошая вплоть до июня окружающие земли. Изобретение стало настоящим подарком для жителей засушливого региона, ведь окружающие горные ледники начинают таять только в июне. К тому же изменение климата истощило ледники, и их таяние стало менее интенсивным. После успешной реализации первой ледяной башни Санам Вангчук также проложил и другие трубопроводы, каждый из которых способен ежегодно обеспечивать 10 миллионами литров воды 10 гектаров полей. Также он строит сифонные трубопроводы для предотвращения паводков, контролируя уровень ледниковых озер. Изобретение помогает решить проблему недостатка воды жителям Гималаев. А как, по вашему мнению, можно использовать ледяные башни в других регионах? И что еще можно сделать для засушливых территорий? Пишите, пожалуйста, об этом в комментариях к видео. Если вам известны другие технологии, способные помочь людям в изменяющейся климатической ситуации в мире, присылайте информацию о них на почту info@geocenter.info с пометкой для климат-контроля. А также ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и делитесь видео со своими друзьями. Подробнее о климатических событиях в мире и решении климатических глобальных проблем читайте на сайтах geocenter.info, allatravesti.com и allatra-science.org, а также в докладе ученых АЛЛАТРА Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем.